Власти ведут переговоры по закупке 700 тысяч доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены в нашу страну несколькими партиями. В то же время госсекретарь Минздрава Денис Чернель заявил о намерении приобрести 1,5 миллиона доз вакцины Moderna. У Pfizer мы запросили 700 тысяч доз с поставкой в несколько этапов. Мы должны получить предложение в течение максимум 10 дней и приступим к переговорам по этому контракту. Вакцина Moderna, мы несколько раз общались с их представителями. Предлагаемый к подписанию контракт предусматривает 1,5 миллиона доз. Мы запросили поставлять их несколькими частями по условиям контракта. Скорее всего, мы получим сыворотку к 2022 году. A fost solicitată livrarea acestora în mai multe tranșe și prevederile contractului de fapt sunt mai mult pentru anul 2022. Минздраве также заявили, что закупят только 100 тысяч доз CoronaVac китайской компании Sinovac. Ранее речь шла только о 400 тысячах дозах. До сих пор Молдова получила почти 39 тысяч доз вакцины Pfizer и 48 тысяч доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX. А Румыния пожертвовала 204 тысячи доз сыворотки AstraZeneca. Более 86 тысяч молдаван были вакцинированы первой дозой, а 10 200 человек уже получили вторую.